Женские брюки в наступившем весенне-летнем сезоне заняли активную модную позицию. Новых интригующих фасонов действительно много. Но широкие или узкие, длинные или короткие – большинство из них с высокой талией. И этот нюанс важно учитывать, создавая актуальные образы. Горячий тренд – брюки длиной 7 восьмых. Это могут быть простые прямые штанины, пышные кюлоты и даже капри, еще недавно совсем позабытые. Свежая и эффектная новинка – объемные и длинные брюки с высокой посадкой. Еще один модный вариант – широкие модели, зауженные внизу. В этом образе все портит рубашка, потому что брюки с завышенной талией не предполагают рубашку такой длины. Она еще и красная, а значит, притягивает повышенное внимание к этой ошибке. К сожалению, так носят многие, но так носить нельзя. Достаточно было добавить блузку правильной длины, и образ сразу стал стильным. А чтобы появилась фэшн-изюминка, можно добавить косыночку. Этот аксессуар очень моден сейчас и останется таковым и в следующем сезоне. Эти брюки можно носить и в составе костюма. Но будь это просто серый костюм, просто белая рубашка, было бы скучно. Трендовым этот образ делают детали. Белые кеды, розовый жемчуг, который перекликается с перламутровой оправой. Классические брюки и рубашка-туника далеко не лучший союз. Клетчатым брюкам с высокой посадкой гораздо комфортнее с короткой блузой или костюмным жакетом. Чтобы образы не казались пресными, приправляем их небанальными аксессуарами.